Успехи Казанского федерального университета на российской и международной аренах давно привлекают к вузу огромное внимание представителей СМИ. И это неудивительно, ведь КФУ вовсе не скрывает своего плодотворного сотрудничества с зарубежными странами, например, Венесуэлой. Ведь именно эта латиноамериканская страна обладает крупнейшими в мире запасами тяжелой нефти. В связи с этим 30 ноября в стенах КФУ состоялась пресс-конференция, где представителям СМИ озвучили проблему мирового масштаба. Когда вот эти вот маловязкие нефти, легкие нефти закончатся, в принципе, да, то добыча основная переместится в Канаду, вернее, сначала, значит, Колумбию, Венесуэлу, Колумбию и в Канаду. Вот. И третье место, где эти нефти в большом количестве содержатся, это Россия. То есть это ближайшее будущее. Казанский университет заслуженно считается одним из мировых лидеров по исследованиям в области добычи и переработки нетрадиционных углеводородов. А ученые КФУ готовы уже в ближайшее время реализовать совместный научный проект по добыче нефти с иностранными коллегами. Кстати, о проекте. Представители КФУ раскрыли журналистам детали продвижения новейшего проекта предварительной переработки нефти, благодаря которому нефть можно перенести с поверхности Земли под нее. На базе КФУ мы создаем международный консорциум как раз в области добычи тяжелых низковязких нефтей при помощи термических методов. И действительно сейчас здесь формируется вот такой мировой центр в этой сфере. Для достижения столь амбициозной цели в лабораториях САЕ «Эконефть» уже идут работы над уникальными катализаторами и технологиями разработки месторождений, позволяющие повысить нефтеотдачу пластов, изменить структуру нефти и даже ее свойства. Казанский федеральный готов приложить максимум усилий, чтобы помочь коллегам с этой задачей. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.